Всем привет, смотрим турнирный бой против Критика. Противник попался сильным. Но я смог его победить. Кому этот видос понравится, ставьте лайк. Вот, противнику дают два джокера, крепость. И он сразу же поехал на мою базу. Как по мне, это уже поздно ехать на базу. Лучше бы он их отвел на базу свою. Так бы было бы лучше. А так он просто их слил. Пустую. Так, минирую. Тут не повезло. Не везет с ящиками, видно, что взял три ящика и выпали юниты конфедерат. Вот такое минное поле. Вот опять. Не везет. Очень, конечно, очень много бункеров. Рашнуть его не получилось бы, если бы я поехал к нему на базу. Видно, что его, наверное, рашили. И строить теперь бункера. Так, 10-я минута. Сейчас должны быть вертиксы, по идее. А вот они уже летают. Сносят мою базу. Вот 5 вертиксов, по-моему. Или 4. Но факт то, что базу мою они подбили хорошо. Конечно же, голдовая оборона. В
вертик слишком имбовый. Просто так от него избавиться не получится. Ну вот, в принципе, более-менее немножко придавило его. Точнее, он меня. Вот здесь я начал нервничать. Вот поехали еще зевсы. Немножко я, конечно, поспешил с ренами. Нужно было подождать. Но не так по минах хорошо проехался. Вот один вертикс. Убивает мою разведку. Ну, в этой ситуации зевсы ни на что не способны. Именно в этой ситуации. Ах, немножко не успел. Еще два броника. Нужно минировать. Вот я построил 3 ПОшки, это хорошо. Вот выпал щит и молот, это плохо. Ну как вертиксов много, я ничего сделать не могу. Вот, зевс подъехали. Вот здесь я подумал, что дело пахнет жареным. Потому что вот все, юниты мои он перебил. Ресурсов не хватает, не знаю, что делать. Ну, произвожу я, конечно, мясо, пехоту, потому что другого варианта не вижу. Вот опять юниты конфедерата. Вот здесь юниты мои выпали. Хорошо, что ягуар. Конечно, здесь нужно минировать. Ну, пусть будет так. Молот у него не очень. Вот два ящика. Хорошо, что вертолет дали. Но плохо, что дали молота и щита. Вертицы летают. Юнитов у меня мало. Не знаю, что делать, в принципе, но... Вот он взял ящик и выпали мои юниты. Это очень хорошо. Вот мне дали Джокера. 3 стрекозы, ну... Стрекозы против вертикса, это, конечно же, глупо. Вот койот у меня, и таким вот образом я победил. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам этот бой. Всем пока.